Всем привет! На канале снова с вами Лина. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусно и очень быстро. Салат называется «Сытный». Для него нам потребуются крабовые палочки 12 штук, отварные яйца 3 штуки, красная фасоль 400 грамм вареная, соль и перец по вкусу, майонез или сметана. Вы также можете добавить зелень любую или же лук. Можно даже добавить соленый огурчик, как кому нравится, импровизируйте. Думаю, вам салатик очень понравится. Пишите, буду всем рада. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь, всем буду рада. Всем доброго дня, крепкого здоровья, пока-пока!